Ну что, друзья, всем привет. Кто бы мог подумать, что мы вернемся в эту местность год назад. Год назад мы были здесь в Завадии Residence Hotel. Вот там он находится. Белая. Вот приблизься. Белая. Да вот она белая. Вот. Просто там сейчас идет ремонт, там снимать уже не дают. Как мы уже говорили, хозяйка продала заведение, как мы узнали только что у мальчика. Тоже итальянка продала итальянцам или итальянке. Мы сейчас видели, подъехала женщина на мотоцикле с таким красивым кенийцем. И, наверное, может, и новая владелица отеля. Сейчас там уже там бассейн делается, что-то строится. Мы чуть заглянули, мальчик схватил метлу, стал сразу убирать там. Да. Даже посмеялась. Там вся зеленая, которая была. Помните? Сейчас она все белая, ну, то есть бетон или что-то белым покрыто. Потом при входе, но такой бассейн. По-другому перестроили, но двери вот белые сделали. Сейчас покажем, вот как здесь. Вот. Сейчас это модные, наверное, какие-то двери. Никакой зелени нет, но как я уже сказала Наташе, что зелень, значит, тебе нужна садовник, чтобы убирал, стриг. А так просто, уборщик, который подмел это все. А так спина и уборщика. Да, бетон и все. Да. А сейчас мы идем, направляемся на наш рынок, который находится в центре. Просто заехали, поменяли доллары. Но курс, если в Найроби 155, тут 154. Нормально вообще как бы курс. Бензинчик дешевле. Бензин здесь дешевле. Не намного. А цены дешевле. Они накручивают там на тук-туке проехать дороже. Но мы уже знаем цены. Просто садимся и говорим, чувак, вот это вот цена, все. И 150, то, 200, и то дорого все. С нас берут. И то, все, успокойся. Вот. Сейчас идем на наш рынок. И мне интересно, надеюсь, там есть наши друзья. Анна, Мухаммед Али, муж Наташи, помните? Вот, сними эти двери. Сейчас таким вот еще. Алло. Вот такие двери вот сейчас делаются. Они все ставят эти двери сейчас. А вот там уже мы сейчас будем выходить, там будет клуб лжецов с Диего. Помните тоже видео, как мы кушали? Диего вообще закатный. Никто не любит французов, даже французы не любят французов. Это его фраза. Да, это было смешно. Так что, в общем, идем вперед, вы с нами, спасибо. Начинаем нашу прогулку. Вот какие-то уже новые постройки здесь. Кстати, некоторые дома продаются. Кто-то продает, кто-то покупает. Вот уже выходим на дорогу, поворачиваем. И вот он, базар. А сними вот это. Было вот это нарисовано или нет? Не знаю, я не я помню. Я что-то не помню, чтобы тоже было. Ну, может, было, мы не показывали. Ну, вот, оттуда посмотреть. Мы приехали. И вот этой чудесной дорогой мы шли. И сейчас пойдем с вами. Еще раз, обнимитесь еще раз. Мы Анну встретили. Класс, смотрите, ставьте лайки. Похудела. Да, она такая довольная. Мы прям... Why, what's happened? Болела, но видно, что она похудела вообще сильно, посмотри. Говорит, зубы и живот. Вообще просто. Да, вообще, слушай, рук вообще нету. Боже, что это такое? Maybe 2 days ago, наверное, приехали мы. Два дня назад, и столько вас уже всего. Только вам уже всего сняли. Так, ну поболтаем с Анной, и потом вам еще все покажем. Привет! А вот еще прекрасная женщина, которая Наташе понравилась в прошлый раз. Мы видео не снимали. Очень вежливая. Зовут Джен. Она нас привела, говорит, ну вот, Джен тоже есть. День добрый! Она помнит, день добрый! Класс! Да, мы здесь смотрели изумительные одежды, ну... Наташе ничего не подошло, к сожалению, но женщина изумительно классная, очень вежливая, и как-то вот общение с ней запомнилось. Мы вам ее не показали. Да. Она знает ситуацию, поддерживает нас и очень нам желает мира. И Анна тоже желает нам мира. Наташа все ищет себе, по-моему, ту решельешку, что мы искали. Наташа. I remember, Наташа. Okay, what is my name? You remember? So your name is very close, but not Наташа. Близко, но не Наташа. My name is Rose. She told Jen. They called me Jen, but my name is Rose. Rose, very nice. I'm baptized in Catholic. Rose. Вот так вот, Рос. Зовут Рос. А, Джей Ло. Типа как Джей Ло? Джей Ло. You're better than Джей Ло, believe me.
Так, сейчас покажу вам, что Наташа выберет, и, наверное, здесь что-то возьмет, потому что она так... видела здесь красивые наряды, но не подошло ей. You must memorize, you must memorize. In the clothes. А, clothes, clothes, да. Мы тогда Наташе одежду не сделали. А вот мои бусики, я уже показала Анне, что я ношу ее бусики, и действительно, я не снимаю. Мне все дети говорят в школе, блин, какое классное у вас ожерелье. No. Ольга, Ольга, Ольга. Ладно, it's fine, ничего страшного. Так, нам еще предстоит длинный, длинный рынок. Yeah, you know. Анна увидела нас, когда шла, а не мы увидели ее. Наташа, ну покажи. Мужчина такой подошел, говорит, с Украины. Мы за вас молимся, держитесь. Ну, мы такие, спасибо, парень. Так, то есть так не получится, да, снимать? Не снимай. Все, не будем Наташу смущать. Покажу вам, кстати, рубашки. Рубашек не было в прошлый раз, я не заметила. Мужские рубашки вот такие вот. И, наверное, плохо видно, потому что мне качество нравится. И вообще здесь вот, вот такая вот рубашечка очень симпатичная. Наташа какая-то решельешка запала. Слушайте, может, мы, по-моему, мы не показывали эту женщину. Но изделия безумно классные, такого белющего цвета. Эти книги вот есть. Вот. Рубашки сейчас покажу вам. Сейчас выйдет Анна. Вот, рубашки вот такие вот. Прикольная оранжевая и розовая, кстати. Вот, сейчас вернемся к Наташе, потому что уже нас так обступают местные. Так, девчонки, вам куда? Да нам сюда, мы уже пришли. И Анна нас ждет. Довольная, что мы зашли сегодня сюда. Покажи. Ну это ж не платье, это... Вот меня интересует. Рукава очень классные. А ну, подожди, стоп. Не, оно классное, мне оно нравится. Но это снова маленькое, да? Не, я хочу платье. А, ты платье понимаешь? Хочешь, понятно. Ну, сейчас ты хотела решельешку, а да, сейчас платье, ну, да? Есть решель... Ну, для меня это как бы стиль решельешки. Я думала, ты хотела футболочку. О, а вот такое. О, вот эта вот прикольная штучка тоже. А вот такое, слушай. Вот такое, ну давай посмотрим вот такое. Я, правда, ей дала задание, что из этого давай. С рукавами, но да. Это классное, конечно. Давай. Жалко, что нет на размер больше, как ты говоришь, у тебя. Давай. Сейчас меряем. Пока девчонки меряют, она сказала, что Мохаммед Али уже нас увидел и куда-то смылся. Помните, это прикольное видео, когда чувак приставал к Наташе такой, я на тебе не женюсь, я твой муж, короче. Ну что за муж, несчастье такое, ни денег не дает, ничего. А оказался менеджером рынка, и реально у него на бейджике было Мохаммед Али написано. Что, серьезно? Да, да. А я не верю. Не-не-не, я проверяла бейджик. Ну, знаешь, Мохаммед Али это чемпион по боксу, поэтому многие бы хотели иметь такое имя, наверное, здесь особенно. My shop. His one is his shop. No manager. Not manager. Он может быть управляющим какого-то. Да? Она говорит, нифига, Мохаммед Али никакой не менеджер, вообще никакой, говорит. И в этом магазине я менеджер. И в том магазине только хозяин менеджер. Но не здесь. Иньо. Мохаммед Али. Дальше, он дальше менеджерит. Может, у Анны где-то менеджерит? А ну, что вы, народ, напишите у Наталки? А Наташа, из чего сделано? Хлопок. Я хочу подтянуть. Мы сейчас подтянем. Такая женщина приятная, красивая, не знаю, вот образованная. Я даже вам передать не могу. Общение классно. Вот с ней, с Анной, классное общение, реально. Так, ну, покажем уже конечный результат. Ну что ты думаешь? Я сейчас сниму, у меня там все черные. Нет, вообще не снимай ничего, ты что? Как это? Ты здесь рядом много Мохаммеда Али, поэтому ничего не снимай. Don't remove anything. Подожди, а куда же я в них буду ходить? Мохаммед Али. А куда же я в них буду ходить? Ну, я хотела типа на пляже, понимаешь? Ну не знаю, выбирай еще что-то. Ты хочешь труселя снять просто посреди этого, посреди вот там? Да ты что, упаси Боже. Да, я не поняла. Ну вот хоть смотрится сзади прикольненько так. Вот прикольно.
слушай, а вот это смотри. Сейчас ну, Наташа тут все перемеряет. А, ты снимаешь? Да. Ну, прощай, снимать надо отсюда. Да? Все, Наталка выбрала платьишко. 2000 оно стоит, то, которое ты мерила, да? Да, классное, да. Таких два симпатичных малыша, поэтому надо их кормить, все нормально. Все, Наталка с Анной идут. Купили у Роуз платьишко, довольные. Вот здесь такая жизнь прикольная, такой вот движничок. Мало сейчас людей, кстати. Раньше как-то больше людей на пляж шло, это не знаю, странно. Может, сейчас уже как бы должно быть жарковато, сейчас 13:24. Наверное, все люди уже с пляжа шли и ушли. Вот, фруктишки продаются. А мы гуляем себе. Наташа еще запомнила, помните, женщина тут вязала с бусиками. И потом мы еще покупали здесь Наташи слоника и бегемотиков. Джамбо. И еще у Анны в киоске покупали мне бусики, в которых я сейчас хожу. И заказывали Наташе штаны, но штаны жалко так и не сделали. Что? Там что-то случилось, там пожар был. Да? О, там, где мы ходили на пляж, был пожар. Блин, жалко. Сейчас посмотрим, покажем. О, вот, Наташин муж идет. Мохаммед Али! О! Вот засранец, блин. Yes, my wife is here. Yeah. Yeah, she come back because no money from you. You did not send any money to wife. Yeah. Говорит, где деньги? Нет работы. Вот свистюк, блин. Говорит, да все мужики такие. Все, goodbye. Забрал Наташу, блин. Ну, что ты забрал? Никаких денег с тебя. О, да, кстати. А что здесь было, я не помню. А, ресторан был. В общем, тут что-то поменялось за год, конечно. Какие яркие картины, классные. Да, Мохаммед такой в кондорке, такой, о, сразу прибежал. А Гейл менеджер всего рынка, не он менеджер какой-то части. Как сказала Джей, она же Роза. Она сказала, что Мохаммед здесь не хозяин, здесь хозяйка я. Вязаные купальнички, красота. Вот такие же манишки-решельешки. Все. Пальмочки. И как будто мы отсюда не уезжали. Как будто мы все еще живем в Завадле Резиденс. И сейчас это мы год назад. Здесь она говорит, за всем этим был пожар большой. Кстати, да, пальмы какие-то потухшие трошки. Ёлки-палки. Hello. А еще сказали, что в этом декабре ждали туристов, но туристы не приехали. Поэтому никакого высокого сезона нет. It's supposed to be high season, but no. No tourists. Туристов нету. Ну, смотрите, в принципе, да, в Заваде резиденс продали. Какие-то еще вот такие маленькие отельчики продают. Откуда будут туристы? Откуда? Ниоткуда, в принципе. Да я опустила, чтобы телефон не дернули. Вот. А то колено все еще болит, бегать не могу. Хотя не факт, что я его догоню. Вот, наверное, вот тоже здесь такое все горело. Не, расскажи мне. Как я поняла, если я сзади иду, вас снимаю. Что произошло? Ну, давай. Здесь был этот же отель. Я не... Да, я помню. Барракуда, она говорит. Хозяйка была Нешка из Польши. И якобы что-то взорвалось на кухне газ, и это все сгорело нафиг. Люди не пострадали, это был день где-то 5 месяцев назад. Да, слушайте, да, жопка такая. Ну, поэтому нет туристов. Ну да, смотрите, я только что сказала, что нету в нашем отеле мест, потому что его продали. Продается другой отель рядом, и вот еще и Барракуда, который был самый такой огромный отель. Не, ну так, конечно, у них тут вообще многие киоски, кстати, закрыты. Хотя уже, извините, 13:25. Стоят, Мохаммед замолаживает.
I make safari, I make money, and then I send for my wife money. И потом будет сафари, я пришлю моей жене деньги. Yeah, then I send money for my wife. Свистюк, свистюк. Делай бизнес, make a business. You want money, make a business. You send me people, I make safari. Так, people, приезжайте вот сюда вот. Мохаммед Али вам сделает сафари и все остальное, что вы захотите. Блин, ну реально пусто. А я думаю, почему так пусто? Ёлки-палки. Ну все, пришли в киоск Анны. Помните, были здесь год назад, меряли штанишки. О, да, все нас уже здесь знают, помнят. How are you? Говорит, муж, я помню. Very happy. Говорит, муж, я помню. Вот что за это, за прикол? Мы тут так ржали. Now we make... Бачишь натяжение? Ну, тут мы и покупали и подарки, Наташе барабанчик, и мне. Да, и мне вот. Да, и мне вот такую штучку. Так, wait. Сейчас накупим. Подождите, сейчас все покажу. Слушай, у нас такие разговоры, как это, как это все ярко, и мы все кричим, что это разговариваем. Ну, ведемся, как настоящие кенийцы, а чего нет? Ой, фенечки мы покупали здесь, я это помню. Ты пригодился уже. Да. Good job, Мухаммад. Good job. You little, and my wife, much. Yeah, of course, your wife needs much. Yes, I understand. Yes, she needs much. Так, друзья, мы сейчас покажем, что может здесь выберем. Киоски яркие, классные. Видим, туристов нет, надо поддержать. This is another type of bracelet. А это Tiger Eye, yes? Tiger Eye. Tiger Eye. Тигриный глаз, тигриный глаз. Тигриный глаз. Так, я хочу бусики, фенечки. О, Наталка, смотри, ты же хотела эту бусинку. Все, набежали, посмотрели. Штаны будешь брать, не? Не. Штаны брать не будешь. Ну ладно, все, сейчас я посмотрим пойду. И вам все покажем. Хочу вам показать такого слоника из этого, из бисера. Блин, шикарненький. Так, чуть-чуть не наводится. Отпускаю слона и показываю вот так вот. Блин, ну классно. А вот и зеброчка. Смотри, тут много, Наташ, и зебра, и... Какой-то Нептунец. Слушай, нет, класс. Мне нравится слоник. Да, мне тоже слоник нравится. Таких тут много. Смотри. Вот, есть два. Есть два таких слоника. Ой, какой приятный. И жираф какой. Слушайте, ну прикольные здесь подарки. Можно и привезти людям, и как бы и Анну поддержать. Ой, нет, ну эти ярче, конечно, красивые. Да, классно. Она так хорошо. Это я сейчас тебе себе бусики еще выберу. У меня классные. Сейчас покажу, кстати. Подожди, сейчас покажу. Вот. Шикарные. Ношу до сих пор. Супер. Да вообще, ты же купаешься. Я в бассейне плавала и в море. Вообще, бусики. Блин, классные. Классные. Вот черненькие тоже можно. Вот они. У меня вот такие, да. Сейчас несколько. Ну, просто мне тогда еще суживали. Сейчас все сделаем, все купим, вам покажем, расскажем. Да, посмотрим. Вообще такие, знаешь, а ну покажи сумочку. Me big, yes. А ну покажи. Вот Наташа вот такую хотела, помните, на рынке там красочном, где продавали. Где продавали белые. Не, они другие продавали. Ну да, но ты вот хотела похожую. Сейчас выбираем вот эти. Вот смотрите, я уже положила слоников. Слоники офигенные просто. Три штучки взяла. Может, возьму чего-то еще. Хочу еще бусиков. Сейчас посмотрю, что еще есть. Вот, говорит, тоже зовут девушку Анна. Классно вяжет. Говорит, это small Анна, маленькая Анна, а я big Анна. Говорит, кладите, мы цену вам дадим хорошую за все, мы же не для туристов, как дадим, а как для друзей. Ну ладно, как бы, ну честно, ее поддержать тоже хочется, так что, ну, сейчас такой вопрос не в деньгах, в принципе. Брату привезла вот такую маску. No, I bring same for my brother last year. Last year, and then there's Christmas. This also for Christmas. Господи, откуда мне такую байду поставить? For Christmas. Что это такое, Мухаммад? Что это? Оно открывается и превращается. Это крисма. О, yes, вертеп. А, смотрите. Покажи. Ух ты, ага. А ну еще раз. А ну покажи. А ну еще раз. One more time. Сюда, на видео. О, вот так вот, видите? Открываешь и крисмас. А, и там тоже вертепчик такой. Цукини, это цукини, по-моему. Цукини. Я же знала плод сразу. Да, слушайте, красивые такие штучки, вещи.
Так, друзья мои, ну выбирайте, выбирайте, что вы себе выбрали. Какую красоту вы себе выбрали. Красиво, кстати, просто вот так вот. Банана батик. А, банана, из банана. Просто такую красоту повесил себе на работе и висела бы себе. Так, ну что, возвращаемся там. Ой. Говорит, Наташа, у тебя муж большой или маленький? Да вот он стоит, несчастье наше. Да, никуда он не денется. Смотрите, друзья, у меня уже две такие штучки. Прикольно, да? Красота какая. Еще вот такая штучка есть. Сейчас еще подсобираем что-нибудь еще интересного. Вот, приходится Мухаммада, мужа, языку учить. Вот, Мухаммад Али, короче, перебросил на меня все обязанности, и я буду что-то делать. Да, что-то. О, все, все, подожди, хочу показать. Наташа вот такие цвета выбрала. Сейчас еще повыбираем чего-нибудь. Сейчас, быстренько, Наташа бусики теперь сделаю. Мне нравится, как у меня бусики смотрятся. Ты хочешь, одни висят, одни ниже, да? 43, make this 43. Наташа вот так вот решила. Да, покажем потом вариант, как оно получилось. Ну, человек кушал, а мы пришли, просто здесь оторвали от еды. Ну, что делать, что делать? Жизнь такая. Да, ну, лучше зарабатывать. Так, подожди, мы пришли, она работала. Да, да, молодец. Все, сейчас она быстренько все сделает. Какой камень, Наташа, ну покажи. Ну, мыльный камень. А, мыльный, ну, эти камень, мы покупали бегемотиков и слоников. Да. Вот симпатичный со слоником, который справа. Вот, да. Вот. Это пепельница, Ктюшок? Чего? Может, все, что... Может, типа колечки можно кинуть. Ну, Господи, в пути еду клади. This is secret box. Secret box. Yeah. Secret open... Как карта. Аккуратно сейчас откроешь, а там что-то как выскочит и... If you open, when I marry you, I give much millions. О, май гад. Мухаммад, ты сначала же не хамит, а потом это. If you don't open, then I marry you for free. No. Where is Kenya? А, where is Kenya? Open Kenya. А, вот это карта Африки, да? Yeah, yes. Kenya is the key of the Africa. Ага. Slide. Behind, yeah. Ух ты. Посмотри, какие умные. Secret box. Ну, я марин for free, а? Ну, вы попалились, конечно. Теперь где-то на тебе женюсь бесплатно. Мужчина. Зарабатывайте, мужчина. Ну, это вот тоже классно. Мне сердечком понравилось. Они Кению прямо так выставили, что это? Слушай, ну, молодец, да, так? Теперь Кению не засунешь прям, да? Кению, чего ты не засунешь? Да, нормально. Наталка все вкрутила. Кения is the key of the Africa. Да, да, классно сделано вообще. Страна Африка, да. И ребята уже собрались, смотрят, что там вот это. High weight for us. Да, уже такой вес, что будет перевес. Смотри, по-моему, одни бусики уже готовы. Сейчас Наташу будем мерить. Такие голубые выбрала. Сейчас я не знаю, чтобы вам видно, надеюсь. Вот, боже, как она здесь работает. Такое с глазами творится, блин. Уже та Анна плохо видит. Так что работает уже младшая Анна. Маски, да, брату привезли, помню. Так, а ну результат показываем. Наташ, повернись. Давай на это. А тут солнца нет, да? Ну чего там? Ну вот так вот, двое бусиков, одни обрамляют другие. Ну, прикольно. Что? Нормально? Красиво? Нормально вроде, но они одинаковые, они так вот чуть-чуть вот... Ну, правильно. А, я думаю, ты хотела один на сантиметр ниже, нет? Ну, они ж не один на один. Не, не один. А, но и есть один на сантиметр ниже. Ну, а, на сантиметр по объему. Ну, да, прикольно. По всему, да. Вот. Нормально? Да, так что берем мы фенечки. Сейчас будет торговаться. Вот эти вот. Вот такие вот. Берем бусики. У меня еще одни бусики. Что мы еще берем? Покажи сумочку. Да, бусики, трусики, мои бусики и трое слонов. Наташ, ты себе берешь слоненка, да? Я беру два. Слоненка и на сувениры. Ну, посмотрим, может быть. Жировчонка еще. Не, магнит... Не, магнит we have too much. Кстати, есть такие же, как мы. А вот это зачем? Это не берем. Видно. Это мои бусики, как мы не берем. Запасные, ты что? А я думала, ты будешь носить. Нет. Вот, смотрите. Дайте мне договорить. Это из Вьетнама. Снова такие. Ну, конечно, мы купили так покрасивше, получше.
Вот даже сейчас можно еще найти. Жираф прикольный еще есть. Вот этот вот, вот этот. Этот жираф прикольный еще. Я не знаю. Смотри. На сувениры возьмем, сейчас посмотрим, сколько это может стоить. Ну, по натуре оно должно стоить немного. Жасово-отритный класс. Но не знаю, будем ли так торговаться с ней, посмотрим. Ну да. Ну что, друзья мои, все это стоило 2200, и мы торговали, сначала хотели 3500, но это очень много, ну реально, просто оно не стоит столько, реально туристов нет. Мы поговорили, что мы понимаем, что доллар вырос, но он был 123, а сейчас 155, он же не в два раза вырос. А сейчас мы в кафешке и немножко хотим подъесть, покажем вам тут вкусные блинчики, вкусное мороженое. Мы были в прошлом году здесь, мы в прошлом году ели. Мороженое, да, блинчики мы не знаем. Ну, по рекомендациям. Ну да. Вот, так что, ну, сейчас покажем вам, что мы закажем и озвучим цены. Да, сразу вам скажу, кафешка называется Gelateria Italiana. Вот, Andrea and Bagatti, что-то вот такое, но она вообще по отзывам, Gelateria. Самое лучшее. Короче, один чувак написал в отзывах, что пробовал в трех разных местах, ну, потому что тут много итальянцев, и они открывают свои мороженки, джелато, да, мороженое. И в трех местах он пробовал, и ему только здесь понравилось, и он бы ел и ел, какое вот это фисташковое мороженое. Так, пробуем. Что? Пирожное, да. Каноле, да? Что-то мы пробуем. Ну что ты на меня смотришь? Это канола стоит 150, и кофе тоже стоит 150. Крем вкусный. Мы уже лизнули его, такой крем насыщенный. Прикольно. Наташа, бусики. Красота, да. Мягкое такое пироженка. Ну, должно стоить меньше доллара. Мы заплатили доллара 2-3 за каждый бусик, наверное. Ну, ладно. Так, а ну. Ну, такая вот. Канулка. Люди бедные пытаются выжить. Да. Что делать? Ну что, друзья, смотрите, какой нам принесли интересный блинчик. Ну такой блинок, прям так скажу. А ну положи свою руку. Все меряем на руку. Фенечками. Блинчик, значит, с ветчиной и сыром должен быть. Кофе мы уже сказали 150 стоит, блинчик стоит 650. Про кофе мы такие в отеле вроде вкуснее, но в отеле реально кенийский кофе. Здесь я чувствую это, знаете, итальянский из машинки. Вкусный, это вот такая лаванса. Итальянская лаванса. Боже, я его тут ведри засыпаю. Сейчас буду показывать вам что-то. Ну давайте вот. Это мы увидели у мужчины, вот, да? Да? Что он ест? Такие, такие, дайте нам. А что мужчина ест? Он ест блинчик. Блинчика там нет. Он называется крипис. Ага. Крипис, да, крипис. Крипис прям здоровый. Крипис. Это радует. Я его растерзала прям, он не режется. Да нормально, это просто сыр тянется. Не горячий хоть? Что, серьезно? Настолько? Настолько блин с сыром и с мясом может вкусным быть? Да ладно, что, серьезно? Нам же привезли тут добавочки. Такие еще. И Наташа говорит, давай попробуй, что это. Это чили. Это чили. Крепкое. Не будешь на блин класть, не? Не надо, да? Потом. Потом. Ну, такое, в кофе, такое. Да? Угу. Это в этом, в оливковом масле. Прикольно. Хороший чили. Это солька и чили. Скажи, блин, офигеть. Офигеть. Я просто в шоке. Главное, что посмотри, как тянется, если на этот сыр. Очень вкусный блин. Все вкусно, реально. Ох, Наташа принесла мороженое. Я заказала вот себе фисташковое. Оно здесь как бы рекламируется. Все пишут самое вкусное. И я, по-моему, заказывала в прошлый раз. Одна вот такая скобочка 250. Да? А вот там что-то есть, в чем оно еще, по-моему. Ну, понятно. А я себе взяла минт вместе с шоколадом. Давай тоже мое попробуешь тоже. Да, классно. Это совершенно, да? Не то мороженое, вот которое. Где там ты любишь? Я люблю Баскин-Роббинс, по-моему. Нет, это не то. Ну что, что фисташковое? Я люблю. Блин, это надо есть. Ментол и шоколад, но сейчас я хочу фисташку, да? Это безумно вкусно. А вот это что-то еще взял? Банан? Нет, просто это. Ваниль? Просто ваниль, да. А, ну давай, попробуем еще. Ну, это вкуснятина, мороженое, и снова-таки это Gelateria, очень ее все рекламируют. Это говорят, другой вообще уровень мороженое. Мороженое класс.
Не надо тебя просить поставить на первое, второе, третье место, да? А это вообще ваниль? Что такое? Я бы не сказала, что ну так вкусно. Просто ну, как на банан похоже. У меня оно такое не белого, а желтоватого. Нет, банан цвета. Нет. Это очень вкусно. Это не будто, что, знаете, вот такая ваниль. Я даже не могу писать вкус. Это кремовость легкая. Но тут нету такого, вот просто вот вкус, что у тебя вот, вот банан. Вот, вот, а так нежно, все классно. Реально вкусное мороженое. Ну вот такое сегодня видео от нас было. Надеюсь, было интересно. Пишите комменты, ставьте лайки. Спасибо, что путешествуете с нами. Вот вам еще кусочек потому.